Странная такая жизнь, и дает она мне понять многое. Ну так поделюсь я с вами понятиями, вычитанными в интернете. И поделюсь я с вами этим вместе с фирмой Орион. Да, естественно, вы понимаете, эта фирма продает игрушки. И доехать до сюда-то очень легко. Но есть игры, в которых и вам предстоит включать мозги. Ну так вот, почему мы сюда сегодня приехали? Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что у каждого человека должна быть мысль такая в голове родиться, что не дай бог умереть от болезни Альцгеймера. Вот. Если у вас эта мысль не рождается, значит, вы что-то неправильно понимаете. Потому как такое случается в большом количестве, и люди страдают от этого заболевания. Ну, так же, как и от онкологии. Вот. Как эту болезнь Альцгеймера можно победить? А сейчас мы вам это дело покажем вместе с магазином Орион. Да вот эти штучки. Клевенькие такие. Так вот, что такое болезнь Альцгеймера? И такое иногда случается, что у вас начинает пропадать память. Потом пропадает все, что угодно, и потом вы становитесь ненормальным человеком. Вот. Чтобы этого избежать, есть несколько способов. Первое. Вот, многоязычие. То есть я знаю два языка, английский и русский. Постараюсь изучать третий язык. Во-вторых, вам необходимо играть в компьютер. То есть если у вас будет ноутбук на столе, либо хороший планшетник, либо обыкновенный компьютер, это тоже хорошо, и час вам необходимо посвятить этим делам. Вот. И еще я вам сейчас расскажу другую вещь, которую мы здесь нашли в магазине Орион. Вот, я вам честно скажу, что я являюсь дипломированным инженером, металлургом по специальности экология промышленных производств, металлургии. Вот. Кроме всего прочего, после того, как я закончил свое образование, а закончил свое образование в 95-м году, 5 лет прошло, значит, у меня что, 5 по госэкзаменам и 5 по диплому, вот, я познакомился со своей супругой. Вот, пришлось мне из-за нее получить теперь уже высшее педагогическое образование. Вот. А потом уже началось то, к чему меня притянули. То есть мне заставили почти пойти в армию. Естественным образом я отмазался и сдал кандидатские минимумы. Так вот, чтобы было понятно. Вот, первоначально Киндеру купил вот такой самолет вместе с вот этой штучкой. У меня два высших образования и почти одно специальное, в смысле, это докторский диссертацию я практически защитил бы. Вот, я вот на это дело ухомыздал двое суток. Вот. Потом вот эту штучку. Тоже сутки где-то так у меня ушли. И вот на это. Но это не все остальное. А тут есть такие вещи, как 1600 этих, как его там, деталей. Это вот повыше мы найдем. А вот. И вообще, тут таких вещей очень-очень много. Поэтому я вам 100% гарантирую, придите, попробуйте вместе с сыном что-нибудь, чтобы вам сочинить удалось. Это просто проблемка какая-то. Вы попытайтесь, а я вам расскажу, как это сделать. Вам надо понять, что весь конструктор состоит из малых деталей, и попробовать-то стоит. Ну и, естественно, если вы вспомните наше, собственно говоря, детство. Вот наше, собственно говоря, детство, это было что? Вот, ну, тут много чего не соберешь, вот, пожалуйста, там что-то обнаруживается. Снегоход, пожарная машина, там, не те. Вот. Хотя есть и другие вещи, то есть вот металлический конструктор. Тут много можно чего собрать, но опять же не то. Вот. И еще другие конструктора. Вот. Но когда мы понимаем то, что делает для нас Китай, надо перед ними шляпу-то снять. Конечно, то, что было в Советском Союзе, и это неправильно. Доблестные китайцы, собирая свои конструктора, с детства обеспечили себя умением собирать компьютеры, колонки и многое из того, чего нам и не снилось. И поэтому купите и вместе с ребенком докажите, что и мы не лыком шиты. Так вот, что касается конструкторов, из которых вы можете собрать. Их в действительности очень много. Вот, вы можете и собственную армию собрать. Вот есть одна такая штука. Посмотрите, да? О, красотища, да? Да. Клево. Вот, есть и другие вещи. Вот здесь они находятся.
Вот. То есть, я вам сейчас серьезно говорю, если вы придете сюда, вы себе за небольшую сумму, если все это дело собрать, я не думаю, что это дороже там 5000 обойдется, сможете собрать себе и авианосец, а еще есть другие вещи. То есть, пожалуйста, это и корабль пиратов, и получается батарея пиратов, и много чего такого, чего я бы вам сказал, но это будет очень сложно, поэтому придите и посмотрите сами. Помните, все вам говорили про Лего. Лего – это дорого. А эти вещи нет. Здесь по цене одного Лего вы купите 3, а то и 5 конструкторов. Поверьте мне, это то, что нужно. Так вот, почему же все-таки для мальчиков? Есть и для девочек тоже. И девочки вместе с мамами могут собрать пазлы. Что же такое пазлы? Это картина такая. Бывает большая, бывает еще больше, бывает чуть меньше, бывает совсем маленькая. И она раздроблена на кусочки. Вот. И вы эти кусочки вместе с мамами и собираете. Вот. Насколько я помню, последний свой пазл вместе со своей супругой вот, мы собирали практически месяц. То есть тоже есть возможность вместе с вашей мамой продемонстрировать, есть ли у вашей мамы мозги в том числе. И конструктора, и головоломки, конечно, не для возраста 3 года. Но и для возраста от 1 есть замечательные паркинги. И нам хоть и 3, но мы свой паркинг уже набили игрушками. Клево, кстати. Все то, что я вам говорил, это для детей от 6 лет. Хотя, может быть, и пораньше вы сможете что-нибудь сочинить. Вот. Для другого возраста здесь тоже всего хватает. И надо посмотреть. И паркинг-гарейдж, и парковочная станция тоже по-русски. Вот, есть еще и Jet Garage, и City Parking, это вообще очень много таких вещей, где надо включить мозги. Вот, мало того, как бы есть такие вещи, где очень хорошо надо другие мозги включить. Вот, а если вы хотите порысачить с сыном, то, естественно, все, что можно, и это все управляется по радио. Есть нормальные машинки, есть замечательные танки, в чем бы вы для своего ребенка смогли доказать, что вы чуть-чуть выше его. Хотя, знаете, в некоторых случаях дети оказываются выше, чем вы. Как оно? Как-то нормально получилось. И с болезнью справились, и вместе с ребенком в пылу созидания сотворили вещи достойные. Кстати, скажу честно, то, чем я занимаюсь с моим киндером, для меня более ценно, чем питье. Кстати, я не пью вовсе, потому как у меня есть сын. А игрушки для него я беру в Орионе. И как вы поняли, даже 2 высших образования и почти кандидат технических наук с трудом справляется с вот этой вещью, в которой необходимо включить то, что зарыто вот здесь вот, то есть мозги. Вот. Сможете ли вы сделать это? Не знаю, надо попробовать. Вот. А сможете ли вы вместе с вашим ребенком это сделать? Почему бы и нет? В конце марта месяца мы проведем открытый чемпионат. Вы здесь купите небольшое количество игрушек для того, чтобы принять в этом деле участие. Вот. Мы вам принесем несколько конструкторов одинаковых, естественно. И кто побыстрее соберет, тот и получит праздник.